Наша недельная глава называется «Ахарей». Начинаем главу «Ахарей». «И говорил Бог, обращаясь к Моше после смерти двух сыновей Аарона, когда они предстали пред Богом и умерли». Мы читали в главе Шмини, что сыновья Аарона в первый день работы в храме принесли воскурение, которое Всевышний не велел. Принесли они, вознесли огонь чуждый, который Всевышний не велел, и они тут же умерли, сгорели. Но не просто сгорели, а сгорели невероятным образом. Чудо произошло, тела целые, одежда целая, а души Всевышний вынул. Какие-то молнии в ноздри зашли и вынули. Вот такое чудо было. И они не были какие-то грешники, они, наоборот, были праведники. И Моше тогда сказал, вот что имел в виду Бог, сказал, приближающимся ко мне буду я свят, и близкими ко мне освящусь. И это в книге Шмот написана эта фраза. И Моше понял, что Надав и Авигу были больше, чем Моше и Аарон, потому что Моше думал, что Всевышний освятится или через самого Моше, или через Аарона. Но так как он освятился ими, поняли, что они больше. И сказал Бог, обращаясь к Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он в святилище за завесу и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, дабы он не умер, ибо в облаке явлюсь я над крышкой. То есть то, что разрешено Моше, то, что он молился прямо в святая святых заходил, это не дано всем. Моше это заслужил, он был самым скромнейшим человеком на земле, и Всевышний ему это разрешал. Но первосвященник, даже первосвященник, не может зайти в святая святых. Это только происходит в Йом-Кипур. Вот здесь об этом служении говорится. Вот с чем входить должен на Аарон святилища. С быком молодым для греха очистительной жертвы и с бараном для всесожжения. То есть он сначала должен молиться за себя. Свою жертву принести и свою жертву всесожжения. Грехоочистительная жертва приносится грехи, которые называются «не делай», это запреты, а жертва сожжения за грехи, которые называются «делай», это повеление. Хитон льняной священный пусть наденет, и льняные штаны пусть будут на теле его, и поясом льняным пусть опояшется, и тюрбан льняной пусть наденет, это священные одежды, пусть омоет тело свое в воде и не наденет их. То есть обычно первосвященник служит в восьми одеждах, мы знаем, красивых, золото, бриллианты, в общем, красота там неимоверная. А здесь нет. Вот Йом-Кипур служение. Он должен зайти в святая святых чисто в белых одеждах. И почему это так? Всевышний говорит о одежде Аарона, чтобы ей люди восхищались, как одежда первосвященника. А удивлять Всевышнего одеждой это совсем другое дело. Здесь не нужно. Здесь нужно просто прийти только в льняной одежде, когда он общается со Всевышним. А от общества снов Израиля пусть возьмет двух козлов, грехоочистительную жертву и одного барана для всесожжения. И пусть принесет Аарон быка в жертву грехоочистительную, которая за него искует себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред Богом у входа шатер откровения. За себя он уже все принес. Теперь за народ. И возложит Аарон на обоих козлов жребий. Жребий один для Бога. И жребий другой для Азазеля. И приведет Аарон козла, на который выпал жребий для Бога, и принесет его в грехоочистительную жертву. То есть ставятся два одинаковых козла и бросается жребий. И один козел
уходит грехочистительную жертву одну, а один уходит с нарочным в пустыню, где его сбрасывают со скалы. Это называется Азазель. Козла, на которого выпал жребий для Азазеля, пусть оставит живым пред Богом, чтобы совершить через него искупление. Отправил его к Азазелю в пустыню и подведет Аарон быка, жертвы грешительной, которая за него, и искупит себя и дом свой. И зарежет быка своей грешительной жертвы. И возьмет полный совок горящих угольев с жертвника, которые пред Богом, и полные горсти тонкой смеси благовоний для воскурения, и внесет за завесу. И положит смесь благовоний на огонь пред Богом. И покроет облако смеси благовоний, крышку, покрывающую ковчег свидетельства, дабы не умереть ему. И возьмет он крови быка и окропит пальцем своим крышку с востока, и перед крышкой покропит он пальцем своим 7 раз кровью быка. То есть сначала это он выполняет с быком. И зарежет козла жертвы грешительной, которая за народ, и внесет кровью за завесу, и сделает с кровью козла то же, что сделал с кровью быка, и окропит ею крышку и перед крышкой. И искупит святилище от нечистоты сынов Израиля и от преступлений их во всех грехах. Тоже должен он совершить и над шатром откровения, находящимся у них среди их нечистоты. И никто не должен быть в шатре откровения, когда Аарон входит для искупления в святилище и до выхода из него. И совершит искупление за себя и за дом свой и за все общество Израиля. И выйдет он к жертвеннику, который пред Богом, и искупит его, и возьмет крови быка и крови козла, и обмажет ею возвышение по углам жертвенника со всех сторон. Это уже смешивается кровь быка и кровь козла, так наши мудрецы считают в данном случае. То есть это все недолго, потому что кровь сворачивается, и долго времени ждать нельзя. Взяли это приношение, после него сразу идет козел, и есть какое-то небольшое время, чтобы кровь не свернулась. В общем, потом смешивает эти две крови и обмазывает возвышение по углам жертвенника с всех сторон. И окропит его кровью пальцем свои 7 раз. И чистит его от нечистоты сынов Израиля, осветит его. То есть получается обычно, при обычной жертве грехоочистительной, обмазываются углы жертвенника, и кровь выливается у основания жертвенника, специальный жолоб, и все. А в данном случае получается, что кроме того, что он обмазывает рога жертвенника, он еще и окропляет жертвенник со всех сторон. Со всех сторон. И так очищается жертвенник. То есть получается, окропление жертвенника идет в случае жертвы всесожжения. И в случае жертвы мирной там окропление идет. А в данном случае и то вместе. Это удивительное служение в Йом-Кипур. И закончив очищение святилища и шатра откровения и жертвника, подведет он козла живого. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля и во всех преступлениях их, и во всех грехах их. Очевидно, он считает вот эти слова из Махзора, которые мы читаем в Йом-Кипур, когда мы перечисляем грехи. И возложит их на голову козла и отошлет его с нарочным в пустыню. Мудрецы знали, что это за человек, который он должен в этом году будет умереть. Мудрецы обладали такими знаниями, что знали, кто этот будет человек. И понесет на себя козел все провинности их в страну обрывов, так отправит он козла в пустыню. И войдет Аарон в шатер откровения и снимет льняные одежды, которые надевал при входе в святилище, и оставит их там. И омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и принесет жертву сожжения за себя, и жертву сожжения за народ, искупая себя и народ. А жир грехосильной жертвы воскурит он на жертвеннике. Человек же, который отводил козла к Азазелю, должен вымыть одежды свои и омыть тело свое в воде, а затем может войти в стан.
а быка жертвы грехосительной и козла жертвы грехосительной, кровь которых внесена была в святилище для искупления, пусть вынесут за стан и сожгут на огне кожу их, мясо их, нечистоты их. А человек, который сожжет их, должен вымыть одежды свои и омыть тело в воде, а затем может войти в стан. И будет это для вас вечным установлением. В седьмой месяц, десятый день месяца, смиряйте души свои, никакой работы не делайте, ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас. Здесь, по сравнению злового икра, в жертву народа приосительную приносится козел. Хотя у злового икра мы читаем, что если общество ошибется, сделает ошибку, то приносит быка. Очевидно, здесь приносится козел, потому что Санхедрин, что он называется обществом, высший суд, не нашел за собой ошибок, и поэтому, видно, приносится козел. Если бы они нашли еще какие-то ошибки в своих судебных решениях, то они, наверное, все-таки принесли бы быка тоже. Вот так. Здесь идеальный вариант расписан. Ибо в этот день искупят вас для очищения вашего, от всех грехов ваших, пред Богом очистить вы. Это суббота покоя для вас, чтобы смиряли вы души свои. Это установление вечное. Совершить же искупление должен тот коин, которого помажут и которого полномочат на служение вместо отца его. Он же наденет одежды льняные, одежды священные, и искупит святилище, и шатер откровения, и жертвенник искупит, и коинов, и все общество народа искупит, и будет это для вас вечным установлением, чтобы искупить сынов Израиля от всех грехов их однажды в году. И сделал Моше так, как повелел ему Бог. В книге Сефер ха-Хинух написано, что если Всевышний не будет с нас снимать грехи, то мир быстро пропадет. 2-3 года, может немножко больше, если не снять с нас грехи, то не будет этого мира. Так Всевышний обновляет все время мир, снимает грехи, и живем мы дальше. Вот так. Кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить на эту тему, пожалуйста. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Говори Агарону и всем сынам Израиля, и скажи им. Вот что повелел Бог сказать. Всякий человек из дома Израиля, который зарежет быка, или овцу, или козу в стане, или зарежет их не стана, а ко входу в шатер откровения не принесет для жертвоприношения Богу перед шатром Бога, то кровь вменена будет тому человеку вину. Кровь пролил он, и оторван будет человек тот из среды народа своего. Здесь нам Всевышний показывает, что жертвоприношение приносится только в храме. То, что происходило до того, как построили храм, то, что первенцы приносили жертвы, и они строили жертвенники там, где они считали нужным, и это все можно было, то после того, как храм у нас есть, это делать нельзя. И все жертвы приносятся только в храме. Человек, который хочет принести жертву, он идет в храм и там приносит. Вот там. И никак по-другому. А если зарежет для этой цели животное, то понесет вину свою. Потому что если человек хочет есть мясо, пожалуйста, режь, ешь. Но это не жертва. Просто зарезал себе и ешь. Для еды, пожалуйста. Но если это жертва, ни в коем случае. Есть для этого храм, есть для этого коины. И так далее. Дабы приносили сыны Израиля жертвы свои, которые они режут на поле. И приносили Богу ко входу шатер откровения коину. И приносили бы их в жертвы мирные Богу. Жертвы, которые мы едим, это называется мирная жертва. Но мы их можем есть, только если мы их правильно принесли в храме, как положено. Есть некоторые мирные жертвы, которые можно есть 2 дня и ночь между ними, а есть, которые можно есть только день и ночь. И окропит коин кровью жертвенник Бога у шатра, у входа в шатер откровения, и воскурит жир благоухания, приятное Богу, чтобы не резали более жертв демонам, за которыми они блудно ходят. Установлением вечным будет
пусть будет это для них во все поколения их. То есть, если не принести жертву как положено, то это все равно, что служишь идолу. И еще скажи им, всякий человек из дома Израиля или из пришельцев, которые живут между ними, которые совершит всесожжение или вообще жертву, а ко входу в шатер откровения не принесет ее, чтобы принести ее Богу, оторгнут будет человек тот от народа своего. Рассчитает, что это наказание в этом мире все. И всякий человек из дома Израиля и из пришельцев, живущих между ними, который будет есть какую-нибудь кровь, обращу лицо мое на того, кто ест кровь, и отторну его из среды народа его, потому что душа тела в крови она, и я предназначил ее вам для окропления жертвенника во искупление душ ваших, ибо кровь жизнь насилой искупает. С кровью мы должны очень осторожно относиться. По Торе та кровь, которая бьет струей, без того, как животное шохи зарезал, вот эта кровь имеется в виду. Остатки крови уже нам запретили мудрецы, что когда зарезали животное, то надо вымыть эту кровь и засыпать мясо крупной солью, чтобы она вытащила остатки крови. В общем, это уже постановление мудрецов. Но сама Тора говорит именно о крови, которая бьет из раны. Вот так. Поэтому сказал я сынам Израиля, никто из вас не должен есть крови. И пришелец, живущий среди вас, не должен есть крови. И всякий человек из сынов Израиля, из пришельцев, живущих среди вас, которые охотятся, поймают зверя или птицу, пригодную в пищу, должен выпустить кровью и покрыть ее землей. Ибо душа всякого существа – это кровь его. И сказал я сынам Израиля, крови какой бы то ни было, плоти не ешьте, ибо душа всякой плоти – это кровь ее. Всякий, кто ест ее, оторнут будет. Невзирая, это жертва или просто режем мясо для себя, кровь есть не можем. И всякий, кто будет есть падаль, это некошерно зарезанная, или растерзанная зверем, житель страны или пришелец, вымыть должен одежды свои и омыться в воде, и нечист будет до вечера. И лишь тогда очистится, если же не вымоет одежды свои и тело свое не омоет, то понесет на себе вину свою. Так, то есть, что касается крови рыбы, то она кошерная. Нет запрета ее есть. Но все равно, мудрецы, когда ее много, что можно поминать с собой вид крови животного, мы тоже не едим. Вот так. А так, не надо шохет, чтобы рыбу умертвить. То есть любым методом умертвил, и можешь есть. Вопросы есть по этой теме? Еще пишет Сефер ха-Хинух, что если мы режем животное, не присыпаем кровь и едим его, то это вызывает нас жестокость. Мы становимся жестокими сами. То есть к этой заповеди надо очень серьезно относиться. Присыпать кровь землей. В храме этого делать не нужно. То есть зарезали животное, в крапильницу взяли кровь и окропили жертвник с их сторон или обмазали кровью возвышение по углам жертвника, зависит какая жертва, и вылили оставшуюся кровь в основание жертвника. Все, не надо ее присыпать там землей. Но это в случае жертвоприношения. В случае, если мы режем мясо для себя, естественно, все надо выполнять. Присыпать землей, все как положено. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Говори сынам Израиля и скажи им, я Бог, всесильный ваш. По обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по обычаям страны Кнаан, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте и мои установления соблюдайте, чтобы ходить по ним, я Бог всесильный ваш. Соблюдайте же установления мои и законы мои, исполняя которые человек живет ими, я Бог. Никто никому из единокровных не приближайте, чтобы открыть наготу, я Бог. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не обнажай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, рожденной в доме или рожденной вне его, не открывай наготы их.
наготы дочери сына твоего или дочери твоей дочери, и открывай наготы их, ибо твоя нагота она. Наготы дочери жены отца твоего, рожденной от отца твоего, не открывай, она сестра твоя, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо единокровная матери твоей она. Наготы брата отца твоего не открывай, не приближайся к жене его, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери не открывай, жены, дочери сына ее или дочери ее, дочери не бери, чтобы открыть наготу ее. Это кровосмешение, разврат это. И жены к сестре ее не бери в соперницы, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее. И к жене во время отстранения ее в нечистоте ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женою ближнего твоего не производи излияния семени твоего, оскверняясь ею. И никого из детей твоих не давай проводить перед Молехом. И не оскверни имени всильного твоего, я Бог. И с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной, мерзость эта. И не оскверни скотиной, не производи излияния семени твоего, чтобы оскверниться ею. И женщина да не станет перед скотом для совокупления с ним, гнусность эта. Не оскверняйтесь ничем этим, ибо всем этим осквернялись народы, которых я отгоняю от вас. И осквернилась страна. Я взыскал с нее за вину ее, и исторгла страна, живущих в ней. Вы же соблюдайте уставления мои, законы мои, и не делайте ничего из этих мерзостей, ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой страны, бывшая до вас, и осквернилась страна. И не исторнет страна вас, когда вы оскверните ее, как исторгла она народ, бывший до вас. Ибо всякий, кто сделает какую-нибудь из этих мерзостей, души делающих это, оторваны будут из среды народа их. Соблюдайте же предостережение мое, чтобы не поступать по гнусным обычаям, которые совершались прежде вас, дабы вы не осквернялись ими. Я Бог всесильный ваш. На этом глава Ахарей заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Так. Читаем Хафец Хаим. Хафец Хаим, любите делать добро. Ежедневные уроки в умении давать. Уроки Рава Фишля Шехтера. Погнил Хафец Хаим Агват Хесед. Перевел на русский язык. Далее Спинады. День 14. 14 Тишри, 14 Нисана. Агват Хесед, раздел 2, глава 5. Постоянная защита. Сегодня, помогая кому-то, вспомни, что это защищает и тех, кого люблю. Хесед – уникальная форма страхования жизни. Он защищает не только того, кто его делает, но и его потомство. Иногда совершенно непредсказуемым образом, как, например, в этой истории. Это было в маленьком венгерском городке. За 20-30 лет, за 20-30 до начала Второй мировой войны. Люди этого городка наняли ребе учить своих детей, но денег у них не было, и они стали вместо этого кормить его и его семью. Прошло много лет, жена ребе умерла, дети разъехались. Он остался один, больше не мог учить, и его место занял другой ребе. Те, кто прежде приносили ему еду, стали это делать для нового ребе. Только одна женщина чувствовала себя обязанной продолжать кормить старого ребе, который так хорошо учил ее детей много лет назад. 5 лет до его смерти она продолжала приносить ему еду, поднимаясь по ступенькам в его маленькую квартирку. Прошли годы, наступила война и разрушила весь еврейский быт. Но этой женщине повезло. Она умерла естественной смертью, не увидев всех ужасов войны. Многих горожан увели и убили. Но внуки этой женщины как-то спаслись. Их отвели в маленькую квартирку, где смелая нееврейская женщина прятала их за фальшивой стеной, которую построила для них. Она снабжала их едой, а чтобы ее не заподозрили, ходила в разные лавочки и покупала там малые порции еды. Ее квартирку несколько раз обыскивали, но подопечных не нашли. Когда они выбрались из укрытия, они узнали, что когда-то эта квартирка принадлежала другому хозяину, старому ребе, которого кормила их бабушка. Та самая лестница,
та дорога жизни, по которой поднималась, неся провизию, эта нееврейская женщина была протоптана их бабушкой. Ее хесед, совершенный десятки лет назад, спас им жизнь. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, парнаса, кавана мазал, то, что мы этот час не решили, изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи в понедельник, блин, в час дня. Шаббат шалом.